Впервые из столицы на край советской земли в Петропавловск-Камчатский прилетел Ту-104. 9 тысяч километров пройдено за 10 часов 20 минут летного времени. Это рекордная небывалая скорость. В обратный рейс вместе с другими отправился капитан Сейнера, герой социалистического труда Малякин. Перед вылетом Иван Игнатьевич Малякин дал телеграмму в Большой театр с просьбой забронировать билет на сегодняшний спектакль. Короткая остановка в Хабаровске, потом Иркутск, и вот уже Москва. Открыта самая длинная в мире внутренняя авиалиния на реактивном самолете. Вылетев утром с Камчатки, Иван Игнатьевич в тот же день побывал в Большом театре.